Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ на месторождении, повлекшее по неосторожности смерть человека. Напомню, 12 декабря на месторождении имени Романа Трепса произошел хлопок и разгерметизация нефтегазовой смеси. Этот вопрос также был рассмотрен на еженедельной планерке губернатора Ненецкого округа. На кусте номер 6 месторождение имени Трепса компании ООО «Башнефть Полюс» произошла разгерметизация шланга, находящегося под высоким давлением, в результате чего пострадало 3 человека и 1 человек погиб. Авария произошла в период проведения ремонта скважины подрядной производственно-внедренческим предприятием АБС, которые специализируются как раз-таки на проведении капитальных и текущих ремонтах скважин и кустов. В частности, речь шла о состоянии здоровья пострадавших и оказываемой им медицинской помощи. Состояние здоровья 2 пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на месторождении имени Трепса оценивается как стабильно тяжелое. Они находятся в сознании. Люди готовятся к эвакуации в город Архангельск и для оказания медицинской помощи в Архангельской областной клинической больнице. 13 декабря граждане 1-33 года, 2-23 года были прооперированы в Ленинской окружной больнице. На сегодняшний день они готовы к тому, чтобы быть транспортированными в Архангельскую областную клиническую больницу. Но из-за непогоды в городе Архангельске борт санавиации не может вылететь из Архангельска к нам. Кроме того, губернатор поинтересовался у руководителя профильного департамента, существует ли угроза экологии в связи со случившейся аварией. В связи с этим инцидентом, есть ли какая-то угроза экологии, была ли допущена какая-то утечка? Кустовая площадка находится на отсыпке производственной, соответственно, это не сельхозназначение, а производственная площадка. Угрозы разлива также не допущено, в связи с этим угрозы экологии там нет. Также в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 216. Это нарушение правил техники безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека. На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. В настоящий момент времени проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, потерпевшие, те, которые в состоянии давать показания. И выполняются иные следственные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Дело принято к производству Наринмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ольга Русул, Александра Литкова, Леонид Шишелов, Антон Выдряков, телеканал «Север».